Сегодня в Минске прошла первая в новом году встреча контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавлял постоянный член Совета Безопасности Борис Грызлов. Все участники встречи поддержали инициативу Москвы немедленно прекратить огонь в зоне конфликта с 0 часов 14 января. Еще одна важная договоренность об обмене пленными. В первую очередь будут освобождены женщины, раненые и тяжело больные. Более 50 человек с обеих сторон.